Good morning, everybody! И мы продолжаем путешествие по нашей великой необъятной родине. И вот, наконец, мы достигли ее самой западной части – Балтийское море. Очень красиво. На велодорожках стоят светофоры, что я первый раз во всей своей жизни увидел. Ну, чтобы пешеходы и эти pedestrians и велосипедисты не пересекались. Шикарная погода, люди, все замечательно. Так что наслаждаемся. Кто понял, где я, можем устроить вам встречу, как сказала моя дочь. Мы еще здесь пару дней. Всем покедова!